Здорово, пацаны, с вами Дворецков. Меня периодически заебывают сигареты и сигарилы. И сами знаете, что я делаю. Заказываю снюс. Я пробовал разнообразный снюс. Какого снюса только я не пробовал, блин. Я пробовал неоснюс. Я пробовал такой снюс. Ну, надо же постоянно экспериментировать, постоянно заказывать, искать идеальные снюсы. В табачках снюса, блядь, можно часто не купить, потому что там банальные присутствуют варианты. Конечно же, я ищу снюсы в надежде найти идеальный снюс. Я приготовил шпатель, я приготовил себе воду. Все для того, чтобы прочистить свои рецепторы. Потому что я заказал новый, пацаны, снюс. И заказал себе 4 баночки. Сегодня будет у нас, пацаны, Никтейч снюс стронг и экстремал стронг. Это ядерный должен быть, это должен быть полегче. С какого же мне начать? Я начну, пожалуй, со снюса, который, блядь, полегче. Сертификация. Написано, что не используются какие-то непонятные добавки, какие-то непонятные травы. Перфорация имеется, и видно, что это не открывалось. Отсек для вторичка есть. Имеется. Я его еще не пробовал, поэтому не знаю, какой он ядерный, не ядерный, какой он, блядь, будет на вкус. О, качок идет. Это дурачок, блядь. Что такое у тебя там, блядь? Да рыбий жир, что ли? Ты что, качаешься, что ли? Да, блядь, качайся. Те, как я делал, хули, блядь, въебало тебе дальше. Это что, сейчас протеин, что у тебя? Сывороточный протеин? Да, не только протеин, а еще и шейкер. Смотрите, какой голливудский. Warner Brothers. С дюдюкой. Взял. Еще рыбий жир. Омега-3. Уебок, бросай свой протеин, блядь. Посмотри, что у меня есть. Снюс. О, Никтейч. Что такое, снюс, что ли, у тебя? Дай снюс. Дай попробовать. Бросай свои банки, блядь. Я сам еще не пробовал, сейчас будем пробовать вместе. Давай. Пацаны, видели, у японский качок, как увидел снюс? Снюс нравится всем. Сразу закинул свои банки. Сука, раскачал свои бицы, блядь. Качок, блядь, про снюс знает. Надо тоже в качалку пойти. А чё, можно и снюс, и кач совмещать. Начну сразу со стронга, с минимального. Или сразу с ядерного, блядь. Не, пацаны, ну нахуй, начну, блядь. Потому что стронг, он должен быть менее ядерный. Я потому что помню, блядь, до этого снюса дегустировал, блядь. Меня чуть, блядь, с балкона не выпрыгнул. От такого охуительного кайфа. Меня аж трясло. Потом немножечко я отошел и пошел кайф. По всему телу растекался, блядь. Откупорим кубышку. Видно, что он нихуя не открывался, блядь. Я не знаю, понравится он мне сейчас или нет. Рецепторы прочистим и откупорим кубышку. Ссылку на него я в любом случае оставлю в описании, где я заказывал. Так, да, действительно, как заявлено, смотрите, кольцо перфорации здесь имеется, поэтому видно, что никто это не открывал. Ногтем сюда я давлю. Чик, чик, о, трещит, оп, оп, трещит, значит, никто не открывал. Посмотрите, я первый, оп. Ух ты, белесый. Так, влажный, нет? Не, не влажный, ребят, такой суховатый, чуть-чуть влажный. Сразу же, бля, продирает, походу, ядерная тема, бля, вообще продирает. Пахнет мятой, свежей мятой. Нет трав, никаких непонятных компонентов. Лаз, запах приятный, не блевотротный. Сука, типа элитный, блядь. Ладно, закинем эту мятную тему. Прочистим рецептор, пацаны, и закидываемся. И сейчас я вам скажу, бля, хорошая вещь или нет, бля. Поехали. Так, справа-слева здесь уздечка. Под уздечку нахуй не надо закидывать, блядь. Пожалуй, сюда вот. О, пошло дело. О, пока что еще кайф от табака. Я не прочувствовал, потому что только что закинул. Хули, сразу же моментально, блядь. Просто начало жечь. Так приятно жжет сильно, блядь. Так, посидим немножечко, посидим, блядь. Сейчас должен приход пойти, блядь. Охуенно жжет, приятное жжение такое, блядь. И по всему рту распространилась мята и ментол. Ах. Прошло где-то 2-3 минуты, так вот почувствовал удар никотиновый. Конечно же, это нельзя назвать, блядь, передозом, но никотиновый удар я прочувствовал. Могу констатировать однозначно, работает, причем можно закидываться вообще где угодно. Сейчас я разговариваю, и у меня вот идет кайф, блядь. Пошло, ребят, моментально действует, несмотря на то, что это Никтейч Стронг. Я сегодня вообще не курил, специально, чтобы дегустация, блядь, и тест был четкий, чтобы сигаретами, блядь, не перебить эффект. Прошло где-то 3-4 уже минуты. Продолжает жечь. Приятная мята во рту. Никаких побочных эффектов я не чувствую, кроме легенького никотинового удара. Это действительно можно назвать стронгом. Во всяком случае, я могу сравнивать, потому что я пробовал это. Я пробовал, ребят, много снюсов. Сильного удара нет. Действительно, однозначно стронг. Поэтому можно закинуться и сидеть. И никотиновый удар будет легко, легенько, легкое жжение. Потому что сейчас я буду пробовать уже ядерный экстремал стронг. Ребят, голова уже кружится, пошел легкий кайф. Ой, кайф пошел, кайф. Рабочая тема. Открываю для вторика. Вошло, все. Извлекаю сюда. Смотрите, никаких слюней нет, блядь. Короче, голова уже кружится. Пошло, ребят, головокружение. Моментально, блядь, он подействовал. Ой, приятно, блядь, хорошо. Можно закидываться, пацаны, в самолете. Реально торкнуло, реально ебануло. Мне продукт однозначно понравился. Я могу, в принципе, даже и не дегустировать экстремал стронг. Прошло где-то 4 минуты, ребят, и уже по шарам уже ебануло. Если продукт рабочий, он рабочий. Фу, парни, блядь, пиздец.
У пацана ебануло, блядь, ебануло по шарам. Чувствую сейчас я головокружение и кайф. И действительно присутствует чистый никотин. Однозначно, пацаны, я рекомендую, потому что вещь рабочая. Так откупорим же теперь, блядь, Никтеч Экстремал Стронг. Он, блядь, экстремальный, пацаны, тоже, блядь, отстег для вторика есть, блядь. Продукт еще не открывался. Посмотрим, что здесь, блядь. Я даже еле-еле на ногах стою, пацаны. Ноги, блядь, подкашиваются, блядь. Благо я вовремя вынул. Так, откупорим. Никтеч Экстремал Стронг, парни. Оп, есть перфорация. Вскрываем кубышку. То же самое белое, на запах. То же самое. Легкий запах мяты и ментола. Ху, блядь, у меня глаза даже шикарно по шарам. На выкате глаза стали. А теперь, пацаны, блядь, сравнивайте, что лучше курить. Сигары, сигарилы или папиросы, блядь. Во-первых, изо рта нет никакой ебаной вони от снюса. Фу, блядь, сука. Это, пацаны, естественно, была, блядь, просто утка, что можно курить в самолете вейп. Вас нахуй выпроводит, если вы достанете даже электронную сигарету, нахуй. А вот эту тему в самолете вынул, блядь, закинул и посиживаешь. Я не знаю, что вот это будет. Это вообще будет просто, блядь, ураган. Просто пиздец. Сейчас я, сука, его закину, блядь. Но повторяю, это экстремальная вещь. Это экстремал стронг. Этот никтыч, то, что я закинул, блядь. И он легкий стронг, блядь. А это экстремальный. Что, блядь, будет, если меня уже ебануло? Мне сейчас по шарам ебнуло от стронга, блядь. А теперь можете представить, что будет от экстремальной хуйни, блядь. На данный момент уже эффект в легкую отходит. Чуть-чуть отходит, но продолжает быть. Вторяк-то здесь лежит, блядь. А эффект до сих пор продолжается. Ну-ка, приятный. Нет никакой вони от сигарет, блядь. Тёлку завёл и с ней нахуй сосёшься, блядь. И ваши токова мне скажут, блядь. Ты ебаный кун, блядь. Хули у тебя изо рта вони ебаная какая-то. Не, качок, блядь, я тебе не дам этот снюс, он охуенен, блядь. Пожалуй, я себе эти баночки нахуй оставлю. В пизду, блядь. Прочистим, пацаны, рецепторы и закинем, пожалуй, экстремальный. Хотя, повторяюсь, экстремальный никтыч, блядь, экстрим стронг. Можно не закидывать, потому что от этого я уже словил охуительный, блядь, кайф. Передозом его, конечно же, нельзя назвать, блядь. Но голова до сих пор, блядь, кружится. Потому что в кровь ебанул никотин. Поехали. Экстремальный, экстрим, потому что он экстремальный. Я боюсь его закидывать, потому что вот этот вот, блядь, мне так по шарам сейчас ебанул. Мне похуй, закинем. Экстремальный снюс, блядь. Экстремал стронг. До этого был просто стронг. Пакетик, блядь, такой же. Очень дохуя здесь, походу, столько никотина. Теперь не вынес сюда, а вот сюда вот. Держу его мало. Сейчас либо ебанет, почему-то пиздец. Сижу. Прошло полминуты, то же самое жжение. В пизду, пацаны. Рабочая, вещь рабочая, блядь, сильная. Сильнее, чем фаусгетта, блядь. Опять жжет, блядь. Очень сильно впитывается через слизистую оболочку, блядь. Рта, через десна, через губу. Буквально полминуты. И вот это вот экстремал строк, никтыч, блядь. Так впитывается в кровь никотин, блядь. Мутит, крутит, блядь. Я представляю, фу, блядь, пиздец, реально, меньше полминуты прошло. Ребята, это такая ядерная вещь, блядь, какой же он сильный, это пиздец. Если мне здесь хватило где-то минуту, я сидел, блядь, 2 минуты. Здесь буквально полминуты и уже просто, блядь, вышибает. А теперь представьте, блядь, сколько вам нужно сигарет словить такой сильный, блядь, кайф от никотина. И посмотрите, сколько здесь, блядь, пакетиков. Это пиздец, хватит закидываться. Посмотрите, сколько здесь пакетиков, блядь. Пиздец, насколько он хватит. Экономичнее, чем любые сигареты, нет никакой вони на. Чтобы не спрашивали, где взял я этот, блядь, никтыч, ссылка внизу в описании под видео. О, не, себе оставлю, блядь, нахуй, никакому качку я не дам, блядь. Вот эти, блядь, 4 пачки мне хватит, нахуй, не то, что до Нового года. Мне хватит чуть ли не на полгода, потому что здесь вторяк можно закидывать в течение, блядь, дня. Хватит, блядь, на весь день, боюсь, что еще и на следующий. Если это ядерное, это же вообще пиздец. Закинул, подержал где-то полминуты и уже в кровь никотин выдает, блядь. Уже трясет, вообще везде колотит, блядь. Пизду нахуй. Не, нахуй, надо еще закинуть. Ах, вторичок, бля. Еще. Поддам еще, ебану, нахуй. Еще посижу, бля. Фу, не, пацаны, бля. Короче говоря, реально, бля. Чуть-чуть сидишь, буквально полминуты, и опять в кровь никотин ебанул. Никотина, бля, до жопы, нахуй. Будет, нахуй, с конца капать, бля. А с тобой, бля, Дворецков. Подписывайся на мой охуенный пизда ебанутый канал. Дай мне снился, я тоже захотел. Так действительно же торкай. Блять, бросай банки. Подавай. Не, стронг не дам, блядь. На тебе, блядь, сразу ядерный, нахуй. На. Маешь вещь. Это тебе не протеин жрать. Пацаны, кроме шуток, блядь, на престиж, на качество, блядь, снюс, никтыч. Однозначно прошел, блядь. Приятное жжение, мята, холодок, никотины, блядь, до усрачки. Фу, блядь. Пизду, блядь. Буквально стоял на секунду, как очка показывал, блядь. И уже начинает, блядь, трясти. Короче, вот здесь вот, блядь, я не знаю, как можно было уместить, блядь, столько никотина, блядь,
такую маленькую, блядь, подушечку. Охуеть на приятный вид, блядь. Хватит на дохуя. Ну, блядь, пиздец, ебануло. Блядь, можно передознуться. Я представляю, что будет, если закинуться, блядь, на 3-5 минут. На 5 минут. Вот этим вот экстремальным снюсом, блядь. Никтычем, блядь. Если от этого я могу родить, блядь, одного ребенка, то вот здесь я такое, блядь, яйцо снесу, нахуй. Трое не вылезет, блядь. Кто-то еще писал, блядь, я вставляю по 3 пакетика. Какой нахуй по 3 пакетика? У тебя здесь хватит одного пакетика, чтобы родить, нахуй. Такое, блядь, яйцо снесешь, блядь. С тобой Дворецков. И давайте немножечко, блядь, пофлексим. Погнали. Что такое Новый год? Идет романтичный снег. Мягкий, нежный, ты хлопуш. Что такое Новый год? Должны пластиковые окна быть, естественно. Белые, нежные, белые, новые, фарфоровые. Что такое Новый год? В одной руке на новую шампанское, в другой руке вот здесь у тебя баба. Взял малолетку, лет 18. Охуенно, нежно, нежно, блядь, нежно. Вот это Новый год. Падает снег. Гирлянда горит. Колен, блядь, на балкон вынес. И вот девочка посасываешь на колено Новый год. Бля, сказка. Вот так Новый год надо отмечать. Не забудьте шампанское мандейру купить. Охуительный флекс. Готовимся к Новому году. Ссылка на него внизу в описании. Ну, чтоб не спрашивали, не писали в комментариях. Где взял, где взял? Почему, блядь, ссылку не оставил? Оставил, блядь. А с тобой маэстро Самородок. Но все называют меня почему-то звездным мальчиком. Да, я звездный мальчик. И не забывай, блядь, про хайповый охуенный шмот. В понедельник я иду в качалку с этим качком, блядь. Дай протеина, сука. Ну ладно, ты же мне дал, блядь, попробовать снюса. Отсыплю протеина, а ты мне одну банку. Он дохуя стоит. Ну на. На. Фу. Вещь. Харизма дохуя, это Дворецков. Хайпа дохуя, это Дворецков. Фанаты все орут, это Дворецков. Флексит заебись, Дворецков, заебись.